Дорогие друзья, перезагрузились, рады вас приветствовать снова. Будем надеяться, что сейчас все нормально уже будет. Обязательно в чат качество звука. Всем огромный привет. Очень рад, что с нами. Не разбегайтесь. И, соответственно, как только получим от вас информацию о том, что видно и слышно нас стало лучше, чем было, будем приступать к работе. У нас все отлично, все хорошо, ну слава богу. Значит, приступаем. Итак, умбра у нас уже закрыта, а дальше будем работать с верхней частью неба. И вот здесь я уже беру обычную кисточку, новенькую, и красить буду ей. Я уже говорил, картина импровизация, поэтому как желаете, светлее, темнее, краснее, оранжевее, желтее, больше облачков, меньше облачков, ярче дорожка, слабее дорожка, целиком и полностью на ваш выбор. Как раз таки картина из разряда, в которой можно создавать свое состояние света. И, кстати, формы тоже: волну побольше, волну поменьше. Она кардинально отличается от предыдущей нашей работы, предыдущего марафона «Волна». Там надо было максимально постараться повторить то, что было. Здесь же, наоборот, закрепление материала, разнообразие. Итак, начинаем работу. Здесь у нас как раз-таки будет задача и с растушевочками, достаточно интересная. Потренироваться для начинающих. Работа одинаково хорошо подойдет на самом деле и начинающим, и кто давно пишет. Тем, кто давно пишет, как раз таки возможность потренировать себя. Делаю больше краски сразу. Сейчас будем небо закрашивать. И пойдем от более темных. Вот здесь, кстати, момент такой. Будем работать от темных в сторону светлых, то есть сначала к солнышку, а потом яркость света. Индиго. Мне очень нравится сочетание индиго и английской красной. А если туда еще добавить немножко зеленого или синего, можете поэкспериментировать. Очень красивые серые цвета получаются. И как раз таки задача получить плавный переход от более светлых в более темные тона вниз. Потом, как я уже говорил, вернемся к свету. Хороший серенький оттеночек. Можно чуть больше английской красной. Кстати, как вариант, очень красиво ведет себя английская красная с голубой. То есть здесь от комбинаторики оттенков цвета. Смотрите, вот оставлю буквально вот такой кусочек. В этот кусочек потом будет свет закладываться, овальчик. Там солнышко поставим, допустим, чуть-чуть левей центра. Левей, интересно. Левей получилось немного. И вот эта часть у нас достаточно темная, если смотреть на палитру, да, по цвету. И серая. Серый с оттенком. Кстати, давайте вверху не буду, ниже как раз-таки покажу некоторые состояния. Так, как всегда, я забываю о том, что у нас могут новички присутствовать. Консистенция краски и наличие в них белил. Что дают? Первое, белила дают возможность высветлить любую краску, которая у нас есть на палитре. Второе, белила дают возможность положить краску тонким, плотным, непрозрачным слоем и дают возможность к растушевкам. То есть белила, как самая пластичная краска, находясь в составе других цветов, дает нам возможность делать растушевки. Не было бы белил, и, соответственно, на палитре количество бы цветов должно было бы увеличиться, потому что без белил тогда уже по отдельности. Итак, почему края серые? Если мы хотим яркость центра, то края должны быть не яркие, чтобы дать возможность центру, быть ярким на их фоне. Постепенно опускаемся вниз. То есть вот этот кусок я сейчас, наверное, уже... Я сделаю вот так. Я разбелю, добавлю голубого и добавлю английской красной. Посмотрим, какой оттеночек получится у голубой и английской красной. Самое главное, чтобы он не темнее был вот этого. А он похож на самом деле. Я думаю, что камера вряд ли даже покажет эту разницу в оттенках. То есть английская красная с голубым, английская красная с зеленым или с индиго дает приблизительно похожие цвета, но оттеночки различаются. До этого места тональность у нас одинаковая. Теперь щетина, и я по этому цвету щетиной пройду, проверю себя на толщину краски, чтобы ее не было много, потому что много краски — это сразу помеха в растушевках. Вот здесь много, смотрите, сколько краски пошло вниз у меня. Здесь поменьше, не пачкается. То есть контрольная проверка перед растушевками с светом. Если будет много вот этой краски толстым слоем, мы просто не сможем нормально соединить цвета света с небом. А сейчас на затемнение. Не будет темности, не будет яркости. Индиго. И, да, давайте так, индиго, зеленый, английская красная. Будем экспериментировать. Я уже говорил, потемней тон получается. Можно краплак немножко добавлять, он фиолетовый сдаст. Потемнее. Это вот как раз таки под облаками наша темность. И оттеночек зелененького у меня легкий появился. Нейтрализую его добавлением краплачка. Пофиолетовее немного краска будет. И в овал я пока что в этот не забираюсь. Закрасил. Опять-таки взял большую щетинку и проверяю себя на количество краски. И заодно, смотрите, растушевочку делаю по границе. То есть получается идеальный практически переход. Вот так. Еще темней тон. Допустим, возьму-ка я голубой побольше. И английскую красную. Достаточно темный тон получается. И серо-синий цвет. Все зависит опять-таки от количества английской красной. Чуть-чуть разбелил. И идеально перемешиваю краску. То есть, чтобы в кисточке не было ничего лишнего, и в пятне ничего лишнего, чтобы не было. Более темный, с голубоватым оттеночком немножечко, и достаточно яркий цвет. Положил, и растушевка. И идеально соединяю между собой все цвета. То есть нет никакой границы четкой выделенной. Нет ни горизонта, ничего. Помните, какой темной казалась эта полоса, пока мы не дошли и не закрыли белый. А на фоне более темных она сразу посветлела. Индиго и чуть-чуть английской красной и краплак теперь. То есть индиго, чуть-чуть английской, краплак, темный тон, очень темный. Но опять-таки на умбре он более фиолетовым воспринимается, сиреневым. То есть уже нет черноты, как на палитре. Так вот, умбра в данной ситуации просто помогает, не используя плотность белил, положить темные тона. И снова растушевка. По воде. Все растушевки горизонтальные. Обязательное условие. Никаких вот как попало. Горизонтально. Кисть всегда строго перпендикулярна холсту. Не размахивайтесь, не делайте большую амплитуду. Коротенькая амплитуда. Старайтесь, чтобы краска у вас соединилась хорошо с другой краской. Я сейчас соединяю цвет с умброй. И нижнюю часть пока что трогать не буду. Скорее всего, придется мне еще одну растушевочную кисть взять. Я в темноту забрался, а сейчас свет делать, и нужна будет чистая кисточка. У нас есть вопросы? Да, конечно. Давайте поотвечаем на вопросы. Чем можно отремонтировать порез на холсте, если его неаккуратно открыли? Ну, на самом деле, один из вариантов такой. Берем кусочек ткани, храбешечки тоненькой, берем клей ПВА, готовим утюг. С обратной стороны холста, опять-таки, если это не за подрамником, конечно, если это под подрамником, то сложно будет отремонтировать. Если же в доступе, то с обратной стороны холста наклеиваем заплаточку на клей ПВА, бумажечку, и через бумажечку аккуратненько проглаживаем утюгом. И все будет отлично. Еще вопросы. Как у вас холст закреплен на мольберте? Вот. Большой секрет. С саморезами прикручен. На самом деле на саморезах стоит и зафиксирован. И тоже такой рабочий вопрос. Что за разбавитель вы используете? Тройник. Разбавитель тройник. Всегда тройник. Все мои мастер-классы. Один и тот же разбавитель. Не меняю его. Подойдет ли большая кисть для растушевки из хозяйственного магазина? Она и есть из хозяйственного. И такой вопрос. Если рисуют первый раз, получится ли или нужен какой-то опыт? На самом деле надо пробовать. Тут момент такой, как бы. Пробуйте. Получится. Как показала практика. Получается. Получается у новичков. Перед этим марафон «Волна» был трехдневный, очень сложный. Большинство справилась достаточно хорошо и отлично. И такой еще большой вопрос. Подскажите, пожалуйста, можно ли при изготовлении тройника использовать разбавитель без запаха вместо пинина и вместо льняного масла подсолнечное? Да, в принципе, можно. Чуть-чуть вести будет себя по-другому, потому что у каждого разбавителя своя характерная манера поведения, как бы. Но, в принципе, можно. Чуть-чуть будет отличаться при этом. Что, обещали показать Ивана? Что вы скажете на это? Не, Ивана мы не обещали показать Ивана. Все, пока. Все, вопросы закончились. Ну что, давайте. Извиняюсь, какой сложности эта картина? Самой одновременно, я могу сказать, она очень простая и очень сложная. Вот так вот. Если просто повторять за мной, то она будет достаточно проста. Если добавлять что-то своего, соответственно, сложность ее повысится, потому что нужно будет то, что вы добавили, все это вписать, собрать в единое целое. И еще вопрос. Получились царапины на холсте из-за усиленного нанесения рисунка щетинкой. Как это можно исправить? Царапины на холсте щетинкой. Я немножко тогда вопрос, может, не понял. Если что, попробуйте перефразировать. Но оно, в принципе, может и закраситься просто-напросто. Все, пока вопросов больше нет, спасибо. Продолжаем. Ну что, все-таки я думаю, что мы опустимся вниз до конца, а потом уже будем подниматься в воздух. Даже не до конца вниз, меня сейчас интересует... Очень важный момент – это место, где будет волна, вернее, тень волны. То есть где-то вот в этой части. Давайте к картинке. Основание волны. Раз, два Четвертая часть высоты холста. Поделили холст напополам, пополам поделили напополам. В этом месте у нас тень будет. Я сейчас проверюсь, просто правильно я поделил. Почти правильно. И немножечко ее наклоняем в правую сторону, чтобы волна приходила к нам по перспективе. Левая сторона чуть дальше, правая чуть ближе. Индиго краплак, ничего больше добавлять не нужно. У нас умбра уже снизу есть. Она не даст светлиться нашему черному цвету. Ширина кисточки, синтетики, и тонирую. И мягко-мягко опускаюсь чуть вперед. Вот как раз таки вот зона света здесь, я ее трогать пока что не буду красками. Пусть умбра лежит, легче будет свет поставить. А левый уголочек песочка вот здесь как раз таки тоже можно этим же цветом спокойно затонировать. В данной ситуации я обошелся без классической разметки, да, как обычно, оставил только точечку солнышка. Зафиолетовили, засиреневили темным тоном. Насколько сложно просто повторить на данном этапе то, что я сделал? Я думаю, нет, совсем не сложно, как бы. И то, что сейчас со светом будем делать, то же самое. Нет высокой сложности, если как раз таки повторять. Итак, начинаем делать свет. Белила. Чищу кисточку заодно белилами, получается. Кисть всегда вытираю, абсолютно всегда. То есть выжимаю лишнюю краску. Розовый. Розовый яркий. Смотрите, какой яркий розовый цвет. Нет, он не яркий, ему мало. Он еще ярче должен быть. Насыщенный. Вот так вот мне нравится больше. Но он значительно, незначительно, но светлей, чем то, что происходит выше него. Первое, что дает мне сейчас розовый, возможность почистить кисточку от синих. Второе, заложить начало света, начало движения света. Большая кисть и идеальная растушевка. Смотрите, при растушевке розовый как будто бы исчез. То есть как только он соединился с серым, он близок к нему по тону. Растушевка. Вот форма половинки овала у нас была. Здесь снизу облака будут, поэтому в эту сторону я не опускаюсь. Положили цвет по форме. Кисточка строго перпендикулярна холсту, и работаем вдоль линии соединения цветов. Кисть стараемся от холста не отрывать. Кисть всегда перпендикулярна этой линии, то есть в каком бы моменте мы ни находились, кисть перпендикулярна линии формы. Если повторять это, получится легко растушевка правильная. И еще момент, обязательно отходите от холста и смотрите, насколько качественно у вас получилось соединить эти два цвета. Не должно быть четкой линии ни в коем случае. То есть цвет должен идеально переходить в следующий. Добавляю в этот цвет белила. Кисть вот как раз таки сейчас чищу, потому что там синевы еще чуть-чуть остается где-то. Я ее выжимаю. Добавляю английской красной, делаю более тепленьким. Английская красная, краска теплая. Соответственно, меняем оттенок цвета, но темноту при этом частично сохраняем. Светлая, можно чуть-чуть понасыщенней. Вот такой цвет. Это английская красная и остатки. Хотя... не будем ее. Положил Опять-таки щетина и очень мягкая растушевка. Здесь у меня будут облака, поэтому я эту линию особо не трогаю. Кисть точно так же всегда строго перпендикулярна этой форме. Для растушевок в воздухе всегда так, иначе не будет хороших растушевок и будет смотреться по-другому. Не так, как вы хотели бы это увидеть, по крайней мере. То есть будет градиент, радуга. Итак, рассветляем белила и меняем оттенок цвета, оранжевое и уже посветлее. То есть здесь хорошо видно последовательность на палитре сейчас, от каких к каким цветам мы двигаемся. Сильно светом не размахиваемся. Чем его меньше, тем он будет ярче светить. Чем вы его больше сделаете, тем света на картине будет меньше. Как бы это не парадоксально звучало. То есть яркость достигается малым количеством на фоне отсутствия яркости как раз таки. Снова растушевочка. И снова разбел и желтый оттенок. Можно даже более белесо-желтый. Про солнышко пока что не вспоминаем. Картина воспринимается сейчас темной. Возьму еще одну кисточку. Сегодня я разошелся на количество кисточек. Опять-таки, какую яркость цвета вы положите, такую яркость на картине и получите. Я сейчас пройду полностью по... Картина, да? Тональность темная воспринимается, не верится, что она такая светлая. Отойти посмотреть, что получается. Ярко достаточно светится. Сейчас заложим облачка. И для того, чтобы чуть проще было работать, допустим, вот здесь я возьму и тряпочкой уберу лишнюю краску темную, чтобы она не мешала мне работать. Как раз вот зона облаков. Вытираю. И здесь берем английскую красную. В чистом виде практически. Смотрите, она яркая. Немножко попала синева в нее. Чуть-чуть разбавитель. Уходим в края и вниз. Можно неравномерно. Щетина и растушевки соединяем. Хотите сделать более спокойное состояние? Соответственно, можно чуть более светлые тона взять. Хотите резкое состояние яркости цвета, цвета более насыщенные и темные. Вот как раз таки сейчас я английскую красную взял в чистом виде, я даже белил не добавлял. То есть она насыщена темная, но при этом яркая, ее очень хорошо видно. То есть здесь полное опровержение теории того, что свет наступает от светлости, свет наступает от яркости на картине. Так, берем английскую красную, разбеливаем и добавляем оранжевого. И желтенького добавим, пускай теплит немножечко. У нас же свет, а свет внесет в себе всегда частичку желтого. С цветом сильно не размахиваться. Форму облаков выдумываем, либо повторяем. И чуть-чуть растушевываю вниз. Можно немножко уйти в стороны. Большая кисточка снова. И легкое-легкое обобщение. Кисть вращается вокруг собственной оси. И постепенно двигаюсь вдоль линии формы. Усложнять сейчас форму облаков я не буду, чуть позже. Оставляем в покое вверх, опускаемся вниз. Снова розовая, достаточно насыщенная, темная. Подбираю оттеночек. Приблизительно вот здесь у нас граница горизонта. Слишком светлый тон, я еще можно в очень ярком насыщенном цвете брать краплак. Ориентируемся, центр дорожки где-то вот здесь ось у нас. Да, чуть-чуть левее получается. И розовый раскладываем на равные расстояния. Сколько здесь, столько же и здесь. Вот здесь у меня будет, вот здесь будет волна. Я потом, да не потом, я сразу сейчас. Вот здесь вот волна будет. Тень верну на место. Края очень мягко растворяем и выравниваем горизонт. То есть буквально растушевываю краешки. Что дает розовый в данной ситуации? Розовый блокирует все цвета, которые были до этого в этом месте, и дает возможность положить сверху более красные, оранжевые и желтые оттенки. И розовый – это, в принципе, цвет, который завершает спектр света. То есть мы самый последний цвет света положили на холст. Далее английская красная. То есть здесь. Английскую красную уже по тону подбираем, то есть сильно темнить нельзя, она должна быть чуть светлее розового. Вот она опять-таки, там солнышко наше, ось дорожки. И в равные стороны, но на меньшее расстояние. На фоне розового английская красная будет яркой. По мере движения вниз английскую красную можно более темную убрать. То есть если вверх я ее чуть-чуть светлил, то по мере того, как опускаемся вниз, в большую темноту, ее светлить не надо. И также мягко растушевываем, кроме вот этой границы. Это граница волны. Темность вот здесь я верну. Передний план. Чистая английская красная, без добавок. Вот она, наша ось света. в равные стороны. И плавное угасание вперед. Чуть-чуть добавляю ее же сюда. Мягко растушевываю, растягиваю сюда остатки. То есть здесь минимум. И смотрите, уже появилось направление движения света у нас. Что у нас с вопросами? Несколько вопросиков тут накапало. Давайте. Например, почему при смешении зеленый и голубой всегда цвет темный получается? Разжижают несколько раз, насколько это возможно, но если сильно разбавить, то просвечивает подмалевок. Что делать? Ну, вообще-то, как бы и зеленая, и голубая краски темные, для того, чтобы светлый получался тон, белила добавляйте просто-напросто. Не работайте без белил. Белила дают возможность как именно этим краскам и этими красками пользоваться во всем диапазоне их светлости или темности. А если при растушевке остаются волоски на картине от кисти, что делать? Аккуратно вынимать. Берем кисточку вот таким вот образом, ставим ее прям к полотну. И так аккуратненько раз, в сторону волоса подняли, и прекрасно снимается. В воскресенье день ВМФ. Дмитрий, будете отмечать? Конечно. Праздник профессиональный. Вернемся к нашим художественным вопросам. Так, известно, что добавление белил не только высветляет, но и снижает яркость. Как добиться того, чтобы высветлить тон, но не потерять яркость? Мы потеряли яркость, у меня вопрос. А белил там достаточно вполне. Не разбеливайте. Белить и создавать цвета — это немножко разные вещи. Контраст сохраняйте. Ну и последний вопросик. Полосы при растушевке, толстый слой краски. Что делать, как спасать? Мастихин — счищать лишнюю краску, правильную консистенцию подбирать. Консистенция краски — жиденькая сметанка. То есть чем гуще и толще слой краски у вас на холсте, тем сложнее вам будет растушевать и соединить краску между собой. Следите очень внимательно за консистенцией. Неправильная консистенция — гарантия того, что растушевка не получится. То есть залог успеха — консистенция краски. Правильное, и все получается. Имейте в виду, на масле сложнее работать, опять-таки. С маслом всегда более толстый слой краски на холсте получается, почему я и пользуюсь тройником. У тройника идеальное соединение, консистенция, толщина слоя. Дмитрий, вы дышите, когда растушевываете? А то тут все с придыханием замирают. Дышу, конечно. Вот когда тонкие линии, там вопрос иногда, а так... Нормально. Не задохнулся, по крайней мере. И последний вопрос. Вы сами тройник готовите? Нет, я покупаю, как бы, хотя иногда развлекался и делал тройник целиком полностью самостоятельно, включая домарный лак, то есть покупал смолу домары, разводил ее, как положено, а потом уже из этого домарного лака самодельного делал самодельный тройник. Ну что... Момент А. Тень вернуть. Индиго. Краплак. Возьму индиго, краплак и голубой туда добавлю. Пускай будет с синеватым оттенком. Синевато-сиреневатым. Вот опять-таки, для тех, кто смотрит и работать будет потом, постарайтесь эту тень не уничтожать. То есть я ее нечаянно разошелся и... изначально закрасил светом, вы постарайтесь не делать этого. Теперь момент такой. Казалось, что цвета серые. Я не знаю, вытаскивает ли камера, насколько может, оттенки сочетания цветов, но там, где изначально казался серый, сейчас яркости цвета легли, и серый заиграл целым рядом оттенков. И зелень, и синь чувствуется, то есть многообразие оттенков цвета появилось. Я чуть-чуть подровняю горизонт, у меня... убежала одна сторона. Так, и сделаем такую штуку. Контрольное тестирование на ровность горизонта. Вот так поставлю. Так, ничего, я надеюсь, не помешает. Так, кисточку поставил. Вдоль холста провел. Ну, в принципе, отметка для выравнивания горизонта. лишнее убирается. Полосу могу чуть-чуть оставить, если мне нужно, и по ней ориентироваться. Смотрите, у нас уже вся яркость сходится в центр. Теперь хотим большей глубины, очень осторожно размываем границу горизонта, то есть уменьшаем ее интенсивность, ее яркость. Хотим больше яркости, не размываем границу. Здесь целиком и полностью от нашего желания. Почему я говорю, картина очень подвижна в своих состояниях, которые мы хотим здесь показать. Ну что, прозрачность волны. Белила. И голубой. Смотрите тональность. Темная. Здесь она будет гораздо более яркая. И совершенно не страшно, что снизу у нас подложка. То есть открытый яркий голубой нам здесь сильно-то и не нужен. То есть первоначально полутон. Можно чуть-чуть больше белил, именно как количество краски. Чуть светлее голубой, а даже не так, мы еще в голубой-зеленого добавим, бирюзу сделаем. В зоне дорожки. И не страшно, что она пачкается подложкой. Наоборот, уменьшается интенсивность яркости цвета, он более спокойный становится, более серый, так скажем, или менее яркий, не по тону светлый, да, а менее яркий по оттенку цвета. Идеальная растушевочка. Можно взять этот же цвет, дальняя волна, чуть-чуть. Намекнули, что там тоже есть. Возьму большую кисточку и мягко-мягко стушую. Ну а дальше пенка, и пойдут детали. Очень люблю работать вот этой кисточкой. Это у нас плоская маленькая щетина. Смотрите. Желтый, белила и каплю оранжевого. Состояние краски жидкое, не густая. Как раз таки многие считают, что сейчас побольше густой краски возьму, положу, ярко будет. Бывает наоборот, краска пачкается, ничего не получается. Жидкая же краска ложится хорошо. Но обязательно с белилками. Я сейчас пройду. Чуть-чуть сделаю легкое разнообразие облакам. Далеко светом, светлым этим не ухожу. Положил, вытер кисточку. Краски у меня в кисточке было мало, хватило вот покрасить только то, что было. И на тень красочки хватило, то есть кисточка зацепила. Растушевки вдоль. И опять большой кистью слегка обобщаю, чтобы не было мелких деталей. Очень сильно мы любим выписывать, создавать мелкие детали. А эти мелкие детали иногда предельно опасны. Они привлекают в ненужных местах лишнее внимание. И рассыпается картина из-за этого. То есть больше внимания на мелочи, а не на целостное состояние в картине. Отойдем, глянем, что получается. Кстати, сегодня у нас розыгрыш еще будет, да, картины? Не картины, а будет розыгрыш видеоурока на нашем сайте, на molbertich.ru. Так что все будет. Так, ну что, пена волны, потом дорожка, а потом нюансы. Итак, снова щетина, белила голубой и добавляю розовый. Достаточно темный тон делаю, больше с оттенком в синеву, не в розовость, а в синеватость пока что. И смотрите, вот наша форма волны, то есть по темной границе, она у меня есть. Чтобы было понятно, нарисую место, где будет пена. То есть вот это место займет пена. Для удобства можно убрать лишнюю краску, вытереть ее. И на ее место втереть. Никаких точек. Вот это вот любимое занятие пены — это точки, и начинать категорически нельзя. Втираем краску. И у меня светлый тон получился, я его притемню еще. Чуть индиго, чуть красного добавлю, сделаю его более серым. И сразу же, смотрите, этой же кисточкой и тем же цветом, остатками этого цвета поставлю отражение. И мягко-мягко его по горизонтали потом обобщу. У нас сразу ощущение водной глади появилось, потому что вода — это отражающее состояние. Вот мы и показали отражение волны. Раз отражение волны, значит зеркальность воды. Чуть потемней индиго краплачок, и слишком у меня светлая она получилась, не нравится мне, я ее притемнил с нижней части. Пена на переднем плане. Опять эта же кисточка, не маленькая. Мы сегодня крупнить будем. Индиго, краплак, сиреневатый оттеночек. Чуть синевы можно добавить, жидкая краска. Плюс огромная щетина, она в прямом смысле процарапывает лишние слои и легко позволяет положить цвет на цвет. Так же, как линер иногда это делает. Ну, смотрите. Ох, очень важные условия здесь. Двигаемся с минимумом наклона. То есть не наклоняем кисть, а вдоль линии. Зачастую движение просто горизонтальное идет. То есть кажется, что у нас диагональ, но все движения кистью я делаю горизонтально. И получается тогда плоскость воды. То есть и здесь все движения кистью горизонтальные. Чуть-чуть сейчас намечу, где она будет. Яркости и большого количества пены пока добавлять не буду. Яркости света положим, потом пенку будем уже делать. Зацепил. Итак, свет, свет и дорожка. Сейчас почищу кисточку. Взял разбавитель, взял розовый цвет. Розовый цвет — идеальный способ убрать синеву из кисти. Розовый превращает синий в фиолетовый, и кисточка становится значительно более чистая и не пачкает нам синевой ничего. Розовенький, оранжевый. достаточно яркий цвет. Хорошенечко размешиваю. И вот здесь, наверное, такой момент важный. Вот поставил так кисть, раз, и наверх штрих сдвинул. После этого вытер кисточку, потому что краска грязная. Наверх для чего? Для того, чтобы вот эту линию волны зафиксировать. То же самое и здесь. И здесь. Вот так. Вот смотрите, поставил. И мягкая-мягкая растушевочка. Светлая краска. Можно... Вот здесь я с белым перебрал, уберу лишнее. Вытру и погуще возьму краску. Слой толстый. То же самое здесь. Более яркий оранжевый и добавлю чуть английской красной. То есть пересветленный цвет. Слишком светлый. А должен быть, вот смотрите, темней, но ярче. То же самое и здесь. Не забеливать. Сразу яркость цвета теряется. Чуть-чуть забелили и потеряли яркость, которая была. Забелили в смысле светлости. Не то, что белило в наличии краски, а именно светлость. Еще оранжевого. Здесь на переднем плане вообще возьму чистый оранжевый. И мягко-мягко посоединяю его с английской красной. Он у меня успокоится чуть-чуть, но зато будет высокая степень яркости. Растушевки горизонтальные, то есть все движение горизонтальное. Смотрите, передний план засветился за счет того, что оранжевый более открытый. И вот сюда его тогда положим. Тоже вертикально положил, а потом по горизонтали распределяю. Постепенно яркость приходит, небо светиться начинает. Желтый. Вот желтый я чуть-чуть подбелю, чуть-чуть добавлю оранжевого. Смотрите, как ярко. Вертикаль позволяет задать ось дорожки, а горизонтальная растушевка позволяет положить свет на плоскость. Да, для таких действий смелость нужна. Ну, а как иначе? А как иначе создавать красоту? Яркий оранжевый — это кадмий оранжевый или что это? А я вначале говорил, да, кадмий оранжевый. У нас краски неизменные. Это кадмий. Еще вопросы есть, нет? Да, есть. Давайте вопросы. Спрашивают, лучше писать в пару заходов или как? На самом деле, как удобно, но лучше, вполне возможно, по крайней мере, что касается раскладки света, да. Но можно попробовать и в 11 заход, как раз таки потренироваться на быстрое письмо. Еще вопрос. Если нет ретушного лака, а второй слой краски соскальзывает, то можно ли домарным лаком так мазануть? Ну, в принципе, ретушный лак, он как раз-таки это сильно разведенный домарный лак, там с добавками спирта, по-моему. Можно развести пененом домарный лак по жиже более и покрыть, пройти им. И еще такой вопрос. Спрашивают, не ярковато ли у нас получается, как думаете? Я рассказал в самом начале, что это импровизация. Можно успокаивать, можно делать ярче. Здесь все зависит от того, какую задачу вы себе поставите и какое настроение у вас будет. У меня нет задачи скопировать самого себя с этой картинки абсолютно, поэтому... Ну и что, что ярко. И еще вопрос. Там есть холст 70×50. Это большой или все-таки можно его? Да можно, спокойно совершенно. Можно спокойно. Отошел, посмотрел. Еще есть? Вроде пока все. Понятно. Допустим, если больше белил добавлять в каждый из цветов, и в английскую красную, и в оранжевую, и в желтую. Соответственно, яркость будет немножечко спокойнее. Опять-таки, все зависит от глубины тональности на картине. То есть можно изначально тон чуть более светлый взять. И, соответственно, во все остальные цвета тоже чуть больше белил. Картина будет в целом светлее. Яркость света при этом тоже будет немножечко слабее. Как бы здесь целиком и полностью, как я уже говорил, ваше усмотрение и ваше желание, насколько картина ярко должна быть или не ярко сделана. Чуть-чуть чистеньких белил. Хочу поставить солнышко. Пальчиком. Четко под дорожкой. И обязательно немного его размываю после этого. Смотрите, небо у меня получилось спокойней, зато на воде яркость света более высокая. Здесь момент, кому что нравится. Я ж не настаиваю, что делайте обязательно так, как я показал. Как раз таки наоборот, я сказал, что эта картина подвижна очень в плане, как ее выражать, как ее делать. Немного еще с дорожкой, как раз таки чуть-чуть разбелю. То есть можно ярче, можно спокойнее, можно то, что хочется по настроению. Чуть-чуть еще. Попробуйте в той вариации, как чувствуете. Немножко грань волны подвожу. Здесь чуть-чуть растушую. Маленькую эту работу я писал на самом деле в 2 захода, но после этого ее же несколько раз повторял, делал и в 1 заход тоже. И на мастер-классах ее писали и в 1, и в 2 захода. От настроения. Целиком и полностью все зависит от вашего настроения, что вы хотите на работе увидеть. Чуть-чуть беру, вот смотрите, работаю вот в этой зоне. Свет взял, потянул его вправо. С правой стороны у меня появились намеки на волнистость. Забрал этот цвет, пошел обратно, где-то тоненькую волнушечку добавил по дорожке. Сквозь нее прошел, забрал цвет света, пошел влево, намекнул на движение света и на форму в воде. И не добавил ни одной лишней краски на картину. На самом деле, чем больше иногда цветов дополнительных, тем менее гармоничное состояние на картине. Старайтесь небольшим количеством цветов обходиться и их друг с другом уже просто-напросто собирать внутри картины относительно друг друга. Там появилась вода. То же самое здесь. Чуть-чуть. Здесь не нужно много. Намеки. Вот как раз-таки, что касается детализации. Зачастую детализация значительно более опасное явление, чем недодетализация, так скажу. Легкость образа картины — это как раз-таки минимализм деталей. То есть зритель не отвлекается на детали, он видит целостность, общность происходящего на картине. Взял немножко, разрезал свет, но добавил его здесь. Яркость, контрастность и вот та самая детальность появляется на картине. То же самое. Взял. Чуть-чуть после этого легчайшие растушевочки смягчу. Наоборот, вот сниму эту резкость, которая получилась. То есть вроде бы есть детали, но их минимум. Великая кисть лайнер. Самая сложная кисть. Итак, бело-желтый цвет. И немножечко на волне яркости. Кисть практически плоско лежит относительно холста. Положил краску, вытер кисть, слегка, почти на нее не нажимая, чуть-чуть размыл. Чуть-чуть краски, и здесь уже можно вдоль границы волны с угасанием обязательно, то есть начинаю от центра и в края, чтобы краска на кисточке сама пачкалась, и постепенно по мере того, как мы удаляемся от центра, темнело. То есть не должна вот здесь яркость равняться яркости здесь, они разные. Опять-таки, у меня еще не белый, да, то есть если мне нужна будет какая-то сверхяркость, у меня остался в запасе белый цвет. Краска горизонтально раскладывается. Смотрите, я поставил кисточку и вдоль горизонтальной линии работаю. Если что-то пошло не так, смягчил, стушевал. Чуть-чуть подровняю здесь форму волны. И можно теперь немножечко еще ярче будет сделать прозрачность воды в волне по линии движения света. Голубой, зеленый. Бирюзу оставлю пока что. Посмотрю, как светится бирюза здесь. Смотрите, более светлый тон. Небольшое количество, только в зоне света. И этой же кистью очень мягко растушевывая. Практически идеальное состояние растушевки. И в краях тоже, то есть уходит вправо и влево. Снова лайнер, желто-белый цвет, и вдоль кромочки волны слегка хаотично расставляю свет. Чуть-чуть лишний поставил. Получилось что-то лишнее, спокойно взяли и убрали это. Не переживать по поводу лишних. Передний план. Краски жидкие, то есть не густые. И внимательно следим за тем, чтобы ось дорожки была строго по центру. И очень легко размываю лишнее, чуть-чуть обобщаю. И еще один блик яркости. Так, дорогие друзья, что непонятно вот из того, что уже сделано, какие у вас вопросы, подумайте сейчас, время есть, чтобы задать, спокойно спросить и получить ответ. посыпались первые вопросики. Давайте. Лайнер, которым вы пользуетесь, это синтетика? Да, это синтетика. Ну, в принципе, и колонок достаточно хорошо себя лайнера с колонка ведет. Можно ли делать волны текстурной пастой? И знаете ли вы, дружит ли она с акрилом? Текстурная паста с акрилом дружит, но это будет декоративно смотреться. Все, что я могу сказать. Скажите новичку, в чем разница, в один или в два захода писать? То есть устаешь или слои сохнут и ведут себя как-то по-другому? Ну, опять-таки, здесь момент такой. Я бы предложил вам попробовать написать в один слой, потом написать в два слоя и сравнить ощущения, как проще. Как раз-таки новичкам проще послойно писать, потому что краски перемешиваются иногда, сноровки не хватает положить. Один цвет на другой, они перемешиваются друг с другом, и, соответственно, лучше как раз-таки в последовательности работать с просушками. Чтобы так делать, нужна такая точность и уверенность. Где ее взять? Опыт. Рисуйте. Как показывает практика, за последние полгода мы провели целую серию закрытых таких мощных онлайн-курсов. Постепенно, поверьте, навык нарабатывается, и очень хороший навык нарабатывается. На первом плане лайнером блики класть горизонтально или в перспективе? Ну опять-таки, лежат они у меня горизонтально, но самая пеночка нижняя чуть-чуть будет отклоняться сюда. То есть в целом горизонтально все. Еще спрашивали, будем ли мы какие-то маленькие небольшие облачка добавлять в работу? Да, добавим там на самый верх, вот то же самое, что на картиночке есть, они совсем там не помеха, даже интересно как раз-таки будут. И такой последний, менее художественный вопрос. Да. Как вы сделали студию? В каком плане, как я сделал студию, какую? Тоже я вопрос не очень понял в данной ситуации, что имелось в виду под этим. Если студию школы морского пейзажа, то это длинный десятилетний путь на самом деле. И она постепенно появлялась. Пены. Вот здесь я хочу щетиной поработать, сделаю себе. А вот прям побольше белил возьму, разбелю вот этот вот цвет. Сделаю его как раз таки более светлым, темноту добавлю чуть синевы. И щетина. Движения горизонтальные все. Светлая пена только в зоне дорожки. Щетина очень хорошо позволяет наметить, не увеличивая толщину краски, будущие пенности. Постарайтесь обойтись без какой-то сверхдетализации на первом этапе. Важный момент – разложить, чтобы чувствовалась плоскость. И вот здесь как раз мы подошли, наверное, к тому моменту, когда на просушку, то есть вот пену вот эту, лучше писать по высохшему состоянию. Что-то пошло не так, вы просто стерли. Насколько я знаю, практически очень большое количество людей на начальном этапе эту пену видят белой. Соответственно, начинаем забеливать, потом перемешиваем эти белила, которые легли на холст, с фоном. Фон светлеет и разрушается, в принципе, все, что было. Опять-таки, пена не белая. И попробуйте ее раскладывать по сухому. У вас будет возможность, в случае чего, просто стереть и исправить. Только кажется, что эта щетинка большая. Она позволяет очень тоненькие иногда штришки положить очень аккуратно. Старайтесь работать на самом деле большими кистями. Большие кисти дают легкость работе. Понятно, что воспринимается это как-то не так, как это большая кисть, маленькие детали, но надо. Когда мельчим, пытаемся выписать каждую деталь, и неважно, далеко эта деталь находится, близко, и картина состоит просто из всего выписанного. Большие кисти не позволяют выписать многие вещи досконально, а только создать их образ, их ощущение бездетальное. И легче получается. Чуть-чуть более светлый тон. И, кстати, я его немножко с английской красной сделаю. У нас же свет краснит немного, краснит, розовит. Вот смотрите, я сначала не точки, опять-таки, я положил массу цвета, потом между собой свет и тень соединил. А вот после этого можно взять, допустим, большую щетинку, чуть-чуть набрал на нее краски и очень аккуратно, не создавая многоточечное состояние, сверху где-то брызги добавил. То есть чуть-чуть. Не пытайтесь строить пену из точек. Будет провал. Пена, в первую очередь, это объемное состояние. Это освещенное состояние. И только как отдельные какие-то нюансы, брызги. Я сейчас возьму большую кисть, чуть-чуть жидкого, более белого цвета. Вот смотрите, я его положил, он опять-таки не из точек. Это просто пятно светлости. Там сюда чуть-чуть пятно светлости. И обобщаю его. Чуть-чуть можно вверх так динамично брызнуть. Больше движения будет. Еще один вариант, если без большой кисти, берем линер. Чуть-чуть хочется пооранжевить немножко свет. Линер. Смотрите, точно так же вдоль пенки там положил краску. Снова большая кисть. Лайнер помогает положить краску, большая кисть помогает ее обобщить, придать ей разнообразие. Каждый выбирает для себя удобный способ или ищет этот способ. Кому-то удобно таким образом, кому-то таким. У меня немножко пена вверх аж взлетела. Можно чуть-чуть приподнять. О, я волну приподниму. Упс. Ну, кстати, оттенок цвета по-другому немножко стал. Зацепили желтенькие. Мне даже в чем-то нравится. Раз, волна выше стала. То есть все на самом деле под контролем наших кисточек, ну и умений. Бело-желтый. И верхнюю границу волны чуть-чуть четче. Можно, опять-таки, цвет попутно у меня порозовел, можно уйти в сторону, немножко намекнуть на движение волны. Опять-таки, сейчас синтетикой чуть-чуть подровняю. Вот здесь вот нюансы. На самом деле эта картина, вот действительно, она картина настроения, картина именно сегодняшнего состояния. Завтра будешь ее писать, она картина завтрашнего состояния. Выше пена или ниже пена, там желтей цвет или более разбеленный, тонально более светлый или тонально более темный, то есть как угодно. И все зависит от настроения. Белила, чуть-чуть голубенького, и хочу немного с пенкой поработать плоской. у берега, да, здесь. Жиденькая окраска. И там, где щетиночкой раскладывал. Самое главное, не пересветлять ее. Вот этот момент, он очень важен. Я специально сейчас делаю жидкую краску и в количестве, иначе мне ее невозможно будет положить на холст, она перемешиваться будет. Почему я и говорил, что пенку лучше делать по-сухому. То есть легко очень неправильное направление или яркость цвета взять, потом попытаться все это стереть, разбелить холст, фон и потерять состояние первоначальное, которое было. Поэтому пенка лучше всего после просушки делается. Чуть поярче пену. Здесь даже ярко получилось, аккуратненько ее успокою. Все движения горизонтальные, в обязательном порядке, никаких наклонов. Как только наклоните пену, наклонится вся плоскость воды. То есть плоскость воды перед нами лежит горизонтально. Чуть более бело выбеленный оттеночек. Сюда к свету чуть-чуть поярче. И здесь потом линером уже положим краску. Чуть потемнее в краях показать пенку. Все движения горизонталь. Допустим, нам кажется, что там пенка идет вот так в бок. Я специально линию сначала показал, но рисовать ее буду я горизонтальным движением вдоль этой диагонали. То есть кисть у меня двигается горизонтально, просто есть наклон диагонали, и вдоль него опускаемся. Обязательно периодически отходим и смотрим на расстояние, что происходит. Долго у картины не засиживаемся, опасно очень. Сами не замечаем, как начинаем чудить, делать всякую всячину непонятную, а потом ужасаемся происходящему. Да, у меня ярко получилось, насыщенное по цвету. Ну, вот такое сегодня настроение. Яркое. И мы еще яркости сейчас добавим. Вот как раз таки в данной ситуации краску более густую на линию беру. И смотрите, чтобы она осыпалась на холст точечками. У нас сразу парочку более таких плотных штрихов, чтобы привлекали внимание, и раздробленность солнечных зайчиков на воде. Чуть-чуть то же самое сверху. Чуть-чуть сверху, чуть-чуть. То есть каждым шагом уменьшаем эту яркость. Краска густая, на кисточке ее должно быть, сейчас, вот, если я повращаю немножко, прям висит лохмотьями, и вот, хочется здесь посветлее немножечко снизу сделать, оранжевый. Попробуем для начала решить оранжевым. Высветлит, высветляет. Здесь уже у нас песочек. Ну и, кстати, английская красная, и вдоль пенки вот здесь тоже немножко посветлить. Чуть-чуть. И мягко-мягко размыть с темнотой. Остается тоненькая полутень пены. Чуть-чуть высветлю. Немножечко пены в самой волне. Попробуем положить. Цвет сиреневый, фиолетовый. Пена же, белая пена в тени будет синить, сиреневить. Подбираем тональность, цвет. Будем смотреть, чтобы она сильно не кричала о себе. Очень светленькая. И, как я уже говорил, по сухому достаточно сложно иногда положить без перемешиваний, но попробуем это сделать. Краски у меня достаточно много на кисточке, чтобы она спокойно ложилась на холст. Достаточно. Направление склона волны. Волна у меня вот так закручивается, поэтому чуть-чуть показываю. Я думаю, что нам потихонечку надо готовиться к розыгрышу. Я сейчас тут их столько накопилось. Я сейчас дорисую чуть-чуть пенки, после этого поотвечаю на вопросы, после этого розыгрыш проведем, потом я дорисую облака, а потом еще кое о чем расскажу. Чуть-чуть. Самое главное, не пересветляйте, не выбеливайте. То есть пенка достаточно темная тоном и постепенно потерялась. Там вдали ее нет. Чуть-чуть вот здесь, под волну и капельку. Кстати, можно немного... Смотрите, тень приподнял. Разнообразие формы волны снизу, чтобы было чуть-чуть, чтобы она не была вся такая колбасой ровной, одинаковой. То есть чуть-чуть тень, чуть-чуть свет и больше объема формы. Давайте вопросы. Итак. А ретушный лак должен подсохнуть или по-мокрому писать следующий слой? Ретушным лаком в двух вариантах пользуются. Локально, когда что-то делаем по-сырому, как раз-таки, он очень хорошо улучшает адгезию, сцепление. А на больших форматах там без вариантов, он все равно высохнет, сохнет он быстро, поэтому работать уже по-сухому. Просто пока ретушный лак жидкий, если картина прожухшая, на какое-то небольшое количество времени ретушный лак все равно дает возможность тональность и оттенки цвета увидеть, которые в прожухшем состоянии не видны. А будет ли смотреться, если в прозрачность волны сделать не бирюзу, а желто-зеленый? А попробуйте. Откуда? Вот опять здесь момент такой, какова тональность общая картины, какова яркость света, каковы цвета в картине. И вот после этого можно будет ответить на этот вопрос. То есть это эксперимент. Спрашивают вас про мольберт. Палитра с мольбертом — это единое целое? Да, это единая конструкция, сделана специально для комфортных съемок. Ну и в принципе и так на самом деле на ней тоже работать достаточно удобно и без съемок. И почему палитра белая? Это пластик или это что-то? Палитра белая специально для того, чтобы, когда я смешиваю цвета, вы видели относительно белого, какой тон у краски, насколько она темная или наоборот, насколько светлая. То есть белый цвет — это эталонный светлый тон, и, соответственно, от него можно отталкиваться. Куда деваются ваши картины с мастер-классов? Остаются ли они на память или как? Да по-разному на самом деле совершенно. Что-то продается, что-то на память остается, что-то дарится. Тут также спрашивают, живут в Швеции, не нашли краску английскую красную, чем ее заменить? Дорогие друзья с Европы, подскажите, пожалуйста, у нас достаточно много кто уже опытные. Ответьте на этот вопрос. Вы знаете местные краски. Какой номер щетины для пены? еще раз. Номер 10, если это о чем-то скажет. Нумерация кисточек зачастую не всегда привязана к ширине, диаметру. Ну, зачастую, но не всегда. Если мы говорим про вот эту вот щетинку, которая для вот это, у нее ширина 25 миллиметров. И она немножечко заовалена, видите, как бы вовнутрь чуть-чуть плоская, но при этом щетинки вовнутрь сходятся. Вот эта вот щетина 50 миллиметров шириной, строительная, средней жесткости. Это даже не натуральная щетина, искусственная щетина, но по поведению и характеристикам практически не отличается от натуральной. Опять же, про кисточки спрашивают, где купить такие божественные кисточки, как у вас? В магазине для божественных кисточек Леруа Мерлен. Еще вопрос. Чем можно покрасить палитру в белый цвет? Белой краской. Вот, у меня на самом деле это ламинированный ДВП. То есть обычные полочки для... Ну, не от полочки, как бы, так специально отдельно нарезали, но в принципе это то, из чего делают в основном в своей массе мебель как раз таки. Там же в Леруа Мерлен можно купить спокойно и все. Подскажите, в каких пропорциях делать двойник, если масло льна и разбавитель? Да вот здесь целиком и полностью от задачи зависит. Как бы у меня тройник. Тройник делается по принципу каждой части равное количество. То есть три равных части перемешиваются между собой. Двойник, соответственно, в зависимости от решаемой задачи. Здесь абсолютно широко может варьироваться. Подскажите, пожалуйста, какой холст лучше выбрать для работы? Лен или хлопок, и какой фирмы? По фирмам не скажу. На самом деле в каждой фирме есть и получше, и похуже. Кто-то пользуется сонетовским, по-моему, если я не ошибаюсь. Кто-то китайскими, Брауберг, Пинакс. Здесь... Вообще у меня есть видео про холсты. Как раз таки. Лучше посмотреть его, там более емко рассказываю обо всем, что касается холстов. Так будет лучше. Так, почему-то на линере краска висит лохмотьями и не получается положить. Остаются жирные линии. Почему такое может быть? Объясняю, почему происходит. Вы работаете параллельно холсту. Ваше движение выглядит вот так. То есть вы параллельны работаете. Я же, когда работаю, я работаю полукругом. То есть у меня кисть не параллельно холсту работает, а просто по полукругу. Соответственно, касание происходит только в одной точке. То есть движение не параллельно холсту руки идет. Рука стоит на месте, кисть в суставе двигается. Получается полукруглое движение и получается точечность. Если вы будете вдоль холста работать, именно параллельно холсту, у вас будут линии. А можно ли дописать пару влюбленных на берегу и как лучше их разместить? Ой, а вот здесь опять-таки у нас нет масштабности, поэтому и побольше можно, и поменьше можно. Если поменьше, правда, их смоет, а вот побольше нормально как раз. Ну а размещать у нас место, если только на бережке стоят, слева. А также почему у вас такой небольшой расход краски в сравнении с другими художниками? Ну, во-первых, как бы принцип моей работы как раз-таки научить писать, научить рисовать, понять принцип смешения цветов, как бы как создать предметы и тому подобное. Поэтому я постарался, во-первых, максимально минимальное количество красок использовать, а во-вторых, достаточно экономную технику. Я думаю, что многие работали мастихином и... Многие отложили мастихин и вместе с мастихином краски после этого. То есть большое количество краски для начинающих сложно. Оно перемешивается, работать с ними предельно сложно. Так, Дмитрий, скажите, пожалуйста, были ли у вас такие моменты в творчестве, когда абсолютно не знаешь, что делать, вроде хочешь, но что-то останавливает, ну просто какой-то блок? Это нормально? И сейчас периодически бывает, так что это нормально совершенно. Можно ли к этой картине раму бежевого цвета? Все зависит на бежевый цвет, опять-таки тон бежевого цвета, светлое, насколько или темное. Так, расскажите, пожалуйста, поподробнее про линер, и если его нет, то какую кисть лучше взять вместо него? Ну, тогда колонками пользоваться, единичками, нулевочками уже, или синтетиками, единичками, нулевочками, маленькими, как бы. Именно благодаря длине ворса, как бы, линером можно случайности делать. То есть эта кисть неправильная, она для случайностей. Потому что если правильно начнете расставлять такие точки, у вас будет идеальная ритмика на картине, и это сразу будет видно. Линер позволяет работать не ритмично, случайно. Также спрашивают, цвет идет по центру в данной картине или чуть сдвинут? Я же показывал, сдвинут. И подскажите, пожалуйста, каким образом можно оформить края картины? И потому что мало кто их оформляет в рамки из новичков. Да закрасьте просто по цвету. Красите здесь, сразу покрасьте бок. Красите здесь, покрасьте бок. И все. Будет у вас закрашенное с торцами. Только не забывайте верх и низ тоже красить. Из вопросов пока что все. Тогда запускайте конкурс. Будем выбирать победителей. Потом нарисуем облачка, а дальше расскажу еще кое о чем. Собственно, вот он наш пост. Копируем его ссылку. Сколько у нас тут? 494 репоста. Так, мы отправляемся в наш сервер. Так, собственно, вставляем ссылку. Выбираем 3 победителей. Сейчас среди репостнувших и, собственно, генерируем все. Внимание. Разрешаем. Итак, вот наши 3 победителя. Нина Демидова, Оксана Коломиец и Маргарита Ростовцева. Поздравляем. Ура, ура, поздравляем. Сейчас, собственно, как раз-таки все выложим под постом и расскажем, что делать дальше. Да, сейчас будем. Единственное, что... Так, где наш пост? Так, мы же можем перейти... Ой, не туда. Нина Демидова, вот, проверили, собственно, вот ее пост. Она сделала репост. Оксана Коломиец. Тоже все есть. И последняя, Маргарита Ростовцева. Тоже все на месте. Так что можем поздравлять. Ура, ура, ура. Поздравляем победителей. Все получают, победители, призы. Да-да-да, призы у нас сегодня это... наш вебинар, любой на выбор, на нашем сайте molbertich. Собственно, сейчас все выложим и все расскажем, что делать дальше. Ну что, мы на облака переключаемся. Пока Карина занимается опубликованием или публикованием, мы нарисуем облачка. Щетина. И начну с фиолетового цвета, с сиреневого, с небольшой добавкой английской красной. Общая масса. Вот как раз таки сначала закладываю форму и не более того, так скажем, форма и полутеневое, полуосвещенное состояние, достаточно спокойные, не должны быть яркие, кричащие. По крайней мере, здесь они нам не нужны, яркие, кричащие. И если что-то лишнее получается... Ой, тенюшка вышла. Можно, кстати, вот кисть у меня запачкана как раз в темном. Воду растушевывал. И у облаков тени появились сразу. Сначала рисунок облака. Консистенция краски достаточно жидкая. Количество краски, попадающей сюда, малое, потому что чем гуще и больше вы будете брать краску, тем сложнее вам будет, во-первых, построить форму, а во-вторых, придать этой форме набор оттенков. Этой же щетиной я разбелю цвет, который у меня был. Добавлю оранжевого, допустим, в него сейчас. Он у меня светлее и оранжевее. Со стороны солнышка. С светом аккуратнее, его не надо много, вот чуть-чуть. Ну и попутно тогда уж вот сюда добавлю чуть-чуть, чтобы он не останавливался и на этих облаках тоже был виден. Снова вытираю кисть. И легкая. Обобщение. Чуть-чуть смягчаю. Свет и тень. Не границы с небом. С небом я кое-где просто вот могу позволить себе размыть. А именно границу светотени чуть-чуть смягчаю. Намек появился. Дальше смотрим, устраивает нас форма или нет. Если не устраивает, добавляем, убираем. То есть находим форму, которая нравится. Далее еще более светлый. Добавлю прям сюда. Можно разбеленный желто-оранжевый. Но яркость уже ставим аккуратно. Чуть-чуть сюда. Ну и, кстати, ай, а здесь запачкал. И немножко этого цвета на эти облака. Нужно будет, кстати, чуть-чуть линером, потом здесь подсветочку сделать. И очень мягко этот цвет тоже в данной ситуации пальчиком обобщу чуть-чуть. То есть не нужно много яркости. И чем дальше облака уходят от солнца, тем яркости на них должно быть меньше. Иначе у нас ни объема, ни глубины пространства не появится. То есть не все облака ярко освещаются, а по последовательности самые близкие к Солнцу самые яркие. И по мере того, как они удаляются, свет на них затухает. То есть желтый, желто-оранжевый, а здесь уже оранжеватый, оранжевато-розовый должен быть. И тогда вот это ощущение дали облака от света и объем пространства будет. А иначе будет небо плоское и не будет воздушности, объемности в атмосфере у нас на картине. Чуть-чуть сейчас еще белилок выдавлю. Вот сегодня я палитру запачкал. Говорят, палитра у меня аккуратная. Вон сколько всякой всячины. Кисть в синем была, поэтому тоже чищу. Желтоватый оттеночек, бело-желтоватый, чуть-чуть благодаря как раз-таки синеватости с легким намеком на зеленость. Желтость вот здесь вот в районе солнышка, чуть-чуть повышу яркость желтого на облачках, чуть-чуть. И возьму щетинку маленькую, аккуратно обобщу это состояние, то есть чуть-чуть еще его подразмою. Еще и большой кисточкой. Ой, ой, у меня большая грязная, поэтому аккуратно. Чем мягче граница горизонта, тем глубины будет больше. Чайки. Чайки, и если... Все ок, близимся к завершению. чайки, наверное, это то, что оживляет работу, делает ее более живой, естественной. Для масштаба побольше, поменьше, чтобы расстояние в картине чувствовалось. Чуть-чуть умброчки и немножко подведу крылышки. Еще капельку по границе волны, вот как раз таки вот здесь по... хочется чуть-чуть буквально добавить брызг света. И если честно, вот эта пенка мне не очень нравится, я ее обобщу и добавлю в водичку чуть-чуть больше. А можно, давайте попробуем с зеленинкой капельку. Как раз таки говорили вот сейчас. Только не светлить. Самое главное, чтобы не было пересветления. Свет – это не светлость. Свет – это яркость цвета. Соответственно, яркий свет. Вспомните, вот простой пример достаточно. Красный кирпич. Он же, когда солнцем освещен, он яркий, он, правда, теряет силу красноты, он больше оранжевым смотрится, но он яркий. То есть сила света не в светлости, не в белости, а в яркости цвета. И, соответственно, правильная последовательность цветов у нас дает возможность создать как раз-таки эту яркость. Ну что, дорогие друзья, вопросы у нас... Собственно, один вопрос. Это как это так у нас чайки, что в темноте летают? На самом деле, мне кажется, там солнышко же. Ну, у нас же не ночь. Больше вопросов нет. Я понимаю, если бы у нас глубокая ночь была, еще и штиль. Хотя иногда ночью и в штиль даже бывает летают. Редко, правда, как бы. А в шторм чайки еще вовсю ночью летают. И, дорогие друзья, сейчас я хочу рассказать об одной картине, которую мы сегодня презентуем, вернее, не картине, об уроке. Итак, можно урок, можно картину на экран. Вот по этой картине у нас будет урок сейчас, я о нем расскажу. И давайте немножечко к нему придем. Итак, курс у нас называется «Игра света», мини-курс «Игра света» и яркостью освещения. И если вы хотите написать красивую картину с волнами и сумасшедшими бликами на воде, от которых никто не сможет оторвать взгляд, присоединяйтесь. Это референс «Игры света», с которого я ее писал, опять-таки, картина моя. Точно так же, как и картина, которую мы писали сегодня, фантазийная. И что мы предлагаем? За 3 недели мы зовем вас к нам и будем писать эту работу. Этот мини-курс, да, достаточно много сэкономит времени вам. Уж точно, ведро и не одно краски. По крайней мере, кто проходили, это знают. Итак, практика, навыки, результаты и экономия времени. Подходит всем практически, кто желает писать море, невзирая на количество опыта. Почему мы обещаем, что ваши навыки повысятся? Ну, мы знаем это. Мы провели уже не один десяток курсов, уроков. И результат у нас есть, и чуть позже мы этот результат покажем. Почему мы гарантируем результат? Почему 3 недели? Наш путь к вашим красивым картинам, все очень просто. Получаете видео, приступаете к написанию картины. 1-2 раза в неделю будут разборы и обратная связь от меня. Будет закрытый чат, в котором будут общаться участники курса, обсуждать, помогать друг другу, мотивировать и тому подобное. Набор бонусов и методичек и итоговые разборы, выпускной вечер. Получаете видео, приступаете к написанию картины. Материальное воплощение шага, как раз таки первые наброски будущих картин и освоение курса «Цветомешалка» для тех, кто первый раз, очень рекомендую, и люди, которые его проходили, подтвердят это абсолютно целиком и полностью, что «Цветомешалка» — это очень полезный урок как раз таки в работе с цветом. Шаг второй — разборы. Объясню, что исправить, что не получилось и как сделать картину лучше. То есть все ваши ошибки разбираются. Закрытый чат. Помощь от участников, помощь от меня. Бонусы и методички, которые будут в дополнение. Как написать морскую пену, как реалистично написать камни, как написать красивую дорожку света, как написать прозрачную волну. Все это будет в комплекте. Ну, итоги выпускной. И вопрос, кто какие получит результаты. А вот результаты с наших предыдущих курсов. Смотрите. Это Айвазовский. Перед этим была и вот эта картина с курса «Горная романтика». То же самое «Горная романтика». И вот такие работы у людей. И вот такие работы у людей. Хотите также, но вот такую? Присоединяйтесь. У нас два пакета. Первый пакет — Солнце, второй пакет — Луна. Чем они отличаются? Отличаются наполнением. Луна для самостоятельных. Разборы можно только смотреть. И цена низкая за счет небольшого количества бонусов. Солнце. Огромное количество бонусов, бессрочный доступ, разборы до 2 раз в неделю и личная связь со мной в случае чего. Как проходит курс? Бонус номер 1. Любой видеоурок с нашего сайта на 1000 рублей за прохождение модуля «Цветомешалка». Бонус номер 2. Любой видеоурок с нашего сайта на дополнительную 1000 рублей. В «Солнце» бонусы суммируются. В первом варианте бонус только 1. Бонус номер 3. Обучающий курс «Цветомешалка» с проверкой домашнего задания. Итак, картина «Игра света». Она перед вами. Солнце. Доступ к урокам бессрочно, с возможностью скачать. Луна после окончания МК, доступ 3 месяца по ссылке. Чтобы получить все эти бонусы, оплатить курс нужно прямо сейчас. Какие результаты вы получите от участия в мини-курсе «Игра света»? Вот буквально совсем недавно у человека купили сразу 5 картин. Я очень рад за Наталью Крылову на самом деле. И тому подобное. Ученики говорят, что это лучшее и самое результативное обучение в их жизни. Я об этом стараюсь умалчивать. Итак, это отзывы. Чуть-чуть. Кто хочет, может прочитать. А так, кто бывал в нашей группе, совершенно спокойно все это видит, общается в чате и тому подобное. Итак, присоединяйтесь к нам, друзья. Хотите расти и получать наслаждение от творческого процесса и результата? Присоединяйтесь. Какие есть вопросы по курсу, можете задавать, писать в чат. Владимир у нас помогает, он, если что, ответит и Приходите, будем работать. Как оплатить? Сейчас Владимир. Все отправили, все нормально. Я возвращаюсь. Можно на минуточку еще, да, картину показать? Вот такая вот работа. Это именно она, оригинал урока. Как раз таки тот, который вы будете писать. Как я уже говорил, работы похожи между собой. Работы интересные, и платные, и бесплатные. Здесь каждый уже выбирает для себя сам, что ему нравится. Ну, в любом случае, приглашаю, присоединяйтесь, скучно точно не будет. Это я знаю как раз таки. Каждый день читая чаты всех марафонов, групп и курсов, которые идут у нас сейчас. Так что будем рады вас видеть. Вопросы, если есть, пишите вопросы. Максимально постараюсь на них вам ответить. По этому уроку разбор у нас будет в августе месяце. Дополнительно придет рассылочка по разбору. Первые 100 работ разбираем. То есть кто, по-моему, до 2 августа. Сейчас, одну секундочку. Так. Не бойтесь импровизировать. У меня действительно, я немножечко сегодня ее перетемнил. Хотел светлости, но получилось чуть-чуть темновато. При желании светлей, ярче. Играйте оттенками цвета. Последовательности цветов такие и должны быть. Желтоватые, оранжеватые, красноватые, розоватые, там, сероватые. А вот тональность может быть светлее. То есть можно ее сделать ближе к оригиналу, с чего я писал. Так что бесконечное количество возможностей для тренировки как раз таки сочетаний цветов и тонов. Ну что, Карина, у нас... Спрашивают, в один ли прием будет писаться картина и какова продолжительность мастер-класса, опять же? Работа пишется в несколько приемов, можно писать в 2 приема, можно писать в 3 приема. Я писал ее в 2 приема, но опять-таки в первой части сакцентировал момент, когда можно остановиться, дождаться, пока высохнет тональный подмалевок умброй, потом положить цвет, а потом уже раскладывать все нюансы. По продолжительности я точно не помню, 2-3 недели. Если про урок по времени, то около 2,5, по-моему, часов. А по продолжительности курса 3 недели на работу. Также спрашивают, пишем 3 недели, с какого числа, и тут уезжают в отпуск, как быть с этим? Ну, я думаю, как обычно, опять-таки, уже у нас практика сложилась нормальная, мы заявляем 3 недели, а потом еще сверху добавляем парочку, так что не переживайте, если вы уезжаете на недельку, на 2, то, вернувшись, спокойно ее допишите. В этом плане я совершенно спокойно продлеваю, если чувствую, что не успеваем. Ну, по крайней мере, сейчас лето, действительно, отпуска. Наоборот, кого-то вызвали на работу срочно, много работы. У кого-то дача, внуки и тому подобное. Поэтому не переживайте. Допишем в любом случае. Можно ли отдельно пройти цветомешалку? Здесь, опять же, можно написать Владимиру, можно написать и мне относительно этого вопроса. Вот, Дмитрий, вам вопрос. Если холст сильно впитывает краску, что делать? Если покрывать ПВА и водой 50/50, так можно вообще, в принципе? Нет, ПВА с водой нет, ПВА с водоэмульсионкой 50/50 тогда. Ну и там, опять-таки, нужно подбирать вот это соотношение водоэмульсионки с клеем. У разных производителей поведение разное. Здесь немножечко нужно сначала найти с теми материалами, которые у вас есть, необходимую пропорцию. этих материалов. И можно покрывать. ППВА скользить будет сильно, водоэмульсион как раз таки дает возможность впитываться краски. Если цветомешалку уже купили и прошли, то можно пройти ее снова и получить еще один бонус. В принципе, все. Ну и опять кто-то уже трижды проходил цветомешалку на самом деле, и каждый раз что-то новое все равно находится и закрепляется предыдущее. То есть, если у вас цветомешалка будет на рефлекторном уровне уже, да, то есть вы, пройдя ее несколько раз, закрепите знание, что с чем смешивается, то не будете смотреть на палитру, когда смешиваете. Автоматически будете работать с смешениями цвета. Тональность только и оттенки. Отслеживайте все. Пока, в принципе, это все вопросы. Вопросы у нас закончились. Ну что, мы тогда будем завершать трансляцию. Очень рад был для вас сегодня написать эту работу. Еще раз приглашаю на курс «Игра света». Присоединяйтесь. Следующий вебинар у нас, даже не вебинар, а марафон будет, по-моему, 2, 3, 4 августа, кажется, так я приблизительно помню, по-моему, в эти даты. Так что до встречи. Тему пока держим в секрете. Так что пишите эту работу, добавляйте в альбом для разборов. Все будет, вся информация придет. Так, для тех, кто смотрит нас, допустим, в Одноклассниках или в Фейсбуке, некоторые вещи из наших фишек, так скажем, там не работают, поэтому присоединяйтесь к нам в ВК. В ВК у нас группа, в ВК полностью происходит все общение, там же чаты и максимально удобная платформа для проведения как раз таки таких занятий. Всего хорошего, до новых встреч, до свидания, дорогие друзья, с вами был Дмитрий Роза, Школа морского пейзажа. За чатом сегодня следила Карина, за пультом видеоуправления был Иван. До новых встреч, всего самого наилучшего.